Здравствуйте! Вы смотрите программу «Азы православия» и я ее ведущая Анна Макарова. Наша передача адресована прежде всего тем, кто только начинает знакомиться с православными традициями, обрядами, правилами поведения в церкви, порядком таинств и богослужений. И сейчас я хочу представить своего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Алексей Гостев, настоятель Никольского храма в селе Аксинино. Здравствуйте, отец Алексей. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие друзья. В передаче мы постараемся говорить о православии простыми словами, используя доступные термины, чтобы каждый, кто только начинает свой путь к Богу, мог получить ответы на свои вопросы. Пусть даже какие-то из них на первый взгляд покажутся дилетантскими. Очень хочется надеяться, что и зрители, которые не первый год посещают храм, тоже найдут для себя в наших беседах что-то новое и полезное. Сегодня, 19 января, весь православный мир отмечает один из самых главных церковных праздников – Крещение Господня. Давайте поговорим о нем, о традициях, обрядах и о том, как правильно его отмечать. В первую очередь хочется сказать, что праздник этот действительно является одним из самых важных. Связан он с праздником Рождества, но, собственно говоря, праздник Крещения – это праздник, знаменующий начало земного служения Спасителя. Вот именно перед тем, как выйти на проповедь, Господь приходит к предтече и крестителю Иоанну на Иордан. Вот, Иоанн предтече именуется, собственно, потому что он предвозвещает, что вот Мессия, посланник Божий, должен скоро появиться и призывает народ к покаянию. Вот в знак покаяния люди, жители Иерусалима в первую очередь, они приходили к Иоанну, и вот это омовение в реке, оно, так сказать, означало такое символическое очищение от грехов. Хотя на самом деле в Ветхом Завете было понимание, что грехи может прощать только Бог, и, собственно говоря, человек может лишь только просить прощения. И вот смысл того, что Господь воплотился, Господь пришел на землю, он как раз и состоит в том, что Сын Божий, родившись здесь на земле как Сын Человеческий, то есть во всей полноте став человеком, берет на себя грехи и избранного народа, и всех других народов мира, вот всего человечества, и во искупление этих вот грехов наших принимает смерть на кресте, это, собственно, вот увенчание, подвига земного служения Господа. И далее совершается его воскресение, и тем самым нам как бы открываются двери в Царствие Небесное, дается прощение, дается возможность вновь быть в единении с Богом. Вот такой вот богословский смысл этого праздника. Ну, а на иконе, которая у нас сегодня в студии, мы видим предтечу крестителя Иоанна, который склонился над Господом Иисусом Христом. Причем вот сказано в Евангелии, что Господь тотчас же вышел из воды, подошел, вот, и тотчас же вышел, потому что люди, погружаясь в воду, многие произносили свои грехи, исповедовали их, а поскольку Господь, мы знаем, единый, безгрешный, и Он, собственно, вот так вот, как бы с нами солидаризируясь, так сказать, приходит, вот, поэтому Он, говорить Ему было нечего, Он тотчас же выходит из воды, да, а предтеча, как нам говорит Евангелие, задает такой вопрос, вот, я должен креститься от тебя на самом деле, да, вот, но Господь ему со властью говорит, нам надлежит исполнить, так сказать, волю Отца Небесного. И поэтому вот совершается этот обряд. Вот мы видим, ангелы Божии склонились. И также вот Евангелие нам повествует о том, что в этот момент раздался голос Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». И Святой Дух в виде голубя сходит на Иисуса Христа в начале его вот земного служения, как бы помазуя на это служение. И таким образом мы видим, что впервые в священной истории совершается явление всех лиц Святой Троицы. Именно вот такое ощутимое голос Отца. Вот, Сын приходит креститься, а Святой Дух сходит в виде голуби. И поэтому праздник Крещения также именуется праздником Богоявления. То есть, вот все божество, вся Святая Троица является в этот день впервые миру. Отец, Сын и Дух Святой.
С праздником Крещения у нас связано много традиций. Например, принято освящать воду. И в России такая крещенская вода пользуется невероятной популярностью. Люди приходят целыми семьями, набирают воду канистрами. Чем крещенская вода отличается от святой воды, которую можно набрать в любой другой день в церкви? Сразу хочется сказать, что традиции у нас есть разные. Есть традиция с большой буквы, это вот священное предание церкви. Ну и есть традиции, так сказать, какие-то национальные в разных церквах. Ну, а есть традиции также вот народные, но благочестивые. Поэтому, что касается освящения воды, то это не просто какая-то из традиций или так, что, так сказать, так принято. Это устав церковный, так сказать, предписывает нам именно вот один раз в году, в праздник Крещения Господа, совершать освящение воды, значит, таким вот чином, особо торжественным. Поэтому эта вот вода, которая, значит, освящается у нас, если уже быть совсем точным, то в сочельник крещенский 18 числа и в самый день праздника 19 числа, то есть два раза освящается, именуется она Великой Агиасмой, то есть вода, освященная по чину Великого Освящения. Тогда как в течение всего года мы можем совершать водосвятные молебны и освящать малым чином воду, вот, и эту воду можно получить в течение всего года в наших храмах, а вот воду, освященную по чину Великого Освящения, только один раз в году. Ну, а точнее, может быть, скажем так, два раза, да, то есть в сочельник, то есть в день накануне праздника и в самый день праздника. Иногда такое вот мнение можно услышать, что вода, которая освящена 18-го в сочельник, это богоявленская вода, а в самый день праздника – крещенская. Но это, на самом деле, уже какие-то современные, скажем так, предрассудки, потому что, на самом деле, это одно, несколько названий одного и того же праздника – крещение, а также богоявление, а также просвещение. Да? Поэтому можно сказать, что и 18-го, и 19-го у нас крещенская вода, она же богоявленская, вот, и освящается она вот один, так сказать, раз, так вот именно в преддверии праздника и в самый праздник по чину Великого Освящения. То есть в народе она считается наиболее целебной? Да, конечно же, это, можно сказать, особо святая вода, и именно поэтому мы предписываем вкушать ее натощак. Если обычную святую воду, ну, бывают, знаете, какие-то искушения, как, скажем, недомогание, можно в течение всего дня испить, то, в общем, если какой-то особо серьезной болезни нет, то крещенскую воду принято вот с утра, натощак, с молитвой употреблять. И, конечно, мы верим, что она и способствует такому общему нашему освящению, вот как бы с этой водой вот нам сообщается благодать, а благодать именно, собственно говоря, и дает нам и очищение от греха, и здоровье душе и телу. А что еще можно делать с крещенской водой? Потому что люди набирают огромное количество воды, хватит даже, наверное, не на один год. Ну, значит, крещенскую воду надо сохранять в течение, ну, скажем так, как минимум от одного праздника в течение года до другого. Вот в каком-то вот стеклянном сосуде, где-то она должна находиться, ну, не рядом там с какими-то другими, так сказать, бутылками, напитками и жидкостями, а желательно где-то в каком-то таком, может быть, красном углу, недалеко от икон или там каких-то книг, таких как Евангелие, там, Молитвослово и так далее. И, собственно говоря, этой водой можно кропить жилище. Вот, кропить какие-то предметы, вот. Очень часто бывает, скажем, ощущение какое-то не очень приятное, когда приходят какие-то люди в дом, которые, ну, скажем так, оказываются случайными, и, может быть, даже ощущение вот какое-то не хорошее такое вот после их появления, и покропить святой водой это может каждый мирянин, даже, так сказать, должен, вот. В некоторых других христианских конфессиях, скажем, на Пасху совершают окропление вот, жилищ. В принципе, в любой большой праздник покропить святой водой дома – это очень такое благодатное и хорошее дело. Вы знаете, существует множество примет, связанных с праздником Крещения. Например, если в этот день будет солнечно и морозно, то лето выдастся жарким. Если окунуться в прорубь, то можно исцелиться от недугов и запастись здоровьем на целый год.
И что в 12 часов, ровно в 12 часов, во всех водоемах, в реках, озерах, прудах и даже дома в кране вода становится святой. Вот что можно по этому поводу сказать? Ну, что касается примет насчет погоды, то это уже дело такое, так сказать, абсолютно фольклорное, хотя вот многие наши приметы все-таки сбываются. Можно сказать, что у нас в Отечестве даже, так сказать, сама природа, что называется, воцерковляется, и, например, вот, скажем, на праздник Троицы, допустим, там заготовляют березовые веники, да, и ведь праздник, это в зависимости от Пасхи, каждый год бывает, ну, там амплитуда достаточно большая, больше месяца. И в то же время, действительно, когда бы не наступил этот праздник, именно в этот момент вот, как бы листья березы оказываются вот, ну, наиболее такими, скажем так, наиболее пригодными для, так сказать, вот того, чтобы делать такие березовые веники. Но что касается погоды, ну, опять-таки, это вопрос, конечно, не к нам, хотя мы знаем, что все эти приметы как бы не возникли не просто так, они подтверждаются опытом, да? Ну, вот. А вода становится святой что в 12 часов ночи? Освещается ли, вы знаете, что благодать снисходит, значит, на воду именно как стихию, так сказать, мира, но, собственно, вот святой крещенской водой, вот великой агиасмой, мы называем только ту воду, которая принесена в храм, над которой произнесли молитву. То есть, если я дома наберу воду из-под крана, она не будет считаться святой? Нет, нет, нет. Освященной водой, вот именно вот великой агиасмой, водой, освященной по чину великого освящения, можно считать только ту воду, которую принесли в храм, воду, которая освящалась в сочельник крещенский и в самый праздник крещения. Другое дело, что если мы освящаем, например, воду, допустим, в колодце или на реке, то вот сразу после произнесения молитвы ее, значит, мы зачерпываем и приносим домой, и вот это вот великая агиасма. Что касается, так сказать, такой традиции погружаться в прорубь, я думаю, тут дело не в примете, что если погрузиться, то будет исцеление, а в, так сказать, такой вот как бы народной вере. Если погрузиться, то в воду, значит, допустим, прыгнуть в прорубь, то это будет способствовать такому оздоровлению. Это у нас такая уже традиция с маленькой буквы и, в общем, скажем так, русский народный обычай. Батюшка, а вот откуда взялась эта традиция? Дело все в том, что раньше, когда не было водопроводов, вот, то, значит, обычно в тех местах, где находились водоемы, но, кстати говоря, устав подчеркивает, с проточной водой, то есть это не пруд, где вода, так сказать, стоит, цветет и так далее, вот, а именно река какая-то вот, или озеро, куда впадает, так сказать, река, и откуда тоже, значит, берет исток какая-то другая. Иными словами, там, где есть проточная вода, вот, в прежние времена, когда не было, вот, еще раз повторяю, водопроводов, не было возможности большое количество воды доставить в храм, шли, собственно говоря, на берег этой реки, там, а поскольку, как правило, у нас вот, бывает действительно очень холодно на крещение, да, вот на Рождество и на крещение. Последние годы какие-то погодные аномалии бывали, вот не так давно, и достаточно было тепло на крещение, но вот в этом году, слава богу, у нас, как обычно, так сказать, достаточно крепкий мороз, и, значит, естественно, водоемы скованы, поэтому прорубалась прорубь. После литургии накануне, значит, то есть 18 числа, и после литургии 19 числа совершался, значит, молебен с этим чином великого освящения. Люди зачерпывали воду, чтобы взять ее себе домой, а дальше уже желающие могли и раздеться, и прыгнуть в эту купель. Ну, в смысле, в эту прорубь, да? Вот. Где-то, если, например, скажем, течет какой-то ручей, и делается такая, так сказать, запруда, такая, типа, купели, иногда бывает, там ставят часовню, там, как бы, еще проще, можно сказать, безопаснее, да, так сказать, совершить такое погружение. Но это уже, скажем так, благочестивая народная традиция. Что касается 12 часов ночи, то здесь, конечно же, мы имеем, скажем так, дело с такой достаточно традиции народной, но достаточно не очень древней. В основном она в 20 веке уже появилась, потому что, знаете, вот у нас такое восприятие праздников, оно скорее светское, так сказать. И главным праздником
вот особенно в советские годы, считался Новый год. А это значит, что в 12 часов ночи пробили куранты, так сказать, все чокнули, значит, бокалами, и праздник наступил. Поэтому нас очень любят поздравлять с наступающими праздниками. Вот такое есть вот представление, что какой-то наступит момент, что-то вот щелкнет, так сказать, там куранты забьют, и вот в этот момент наступил праздник. Собственно говоря, у нас в связи с крещением, это в некоторых монастырях и храмах, службу всю совершали одновременно достаточно поздно вечером. Получается, что, значит, идет всеночная, потом сразу литургия и освящение. Таким образом, можно сказать, что ночью вот освящается вода, и поэтому люди могли и попить этой водички, сначала причаститься, потом попить водички, а потом уже люди с особо крепким, так сказать, как бы здоровьем, но в надежде еще на, скажем так, большее оздоровление, могли и прыгнуть в эту самую прорубь. Условно говоря, там, где нет ночной службы, смысл вот омовения, он имеется когда? Когда, значит, мы после литургии 18-го или же 19-го, зачерпнув, получив воды в храме, испив ее, идем дальше на водоем и можем совершить, значит, такое вот омовение. Но если мы совершали чин в церкви, то в реке, как вам сказать, вода не считается вот святой в полном смысле слова. Да? Тем более в кране. А, посмотрите, дома есть еще ведь и канализация, да? Что же вы думаете, что и в туалете тоже вода становится святой? Вот. Значит, другое дело, что мы вот в песнопениях праздника говорим, днесь вот освящается естество. То есть сегодня освящается сама природа воды. Но это, как бы сказать, некая благодать, которая снисходит вот на мир в целом, да, как некий залог всеобщего нашего преображения, когда будет все, возвращение Христа во славе, страшный суд и уже, так сказать, всеобщее преображение. Вот уже весь мир станет царствием Божиим. Но это не значит, что вода в реке, в колодце, в кране и где бы то ни было становится великой святыней. А давайте вернемся сейчас к крещенским купаниям. Я вот читала, что таким образом на Руси избавлялись от грехов после того, как люди гадали на святках. Вот, кстати, как к гаданиям относится церковь? И можно ли таким образом избавиться от такого греха? Вы знаете, это все такие вот народные обычаи. И если сказать, что омовение в реках – это такой обычай, скорее, благочестивый, то уж гадание благочестивым обычаем никак не назовешь. Вот. И, конечно, может быть, действительно, и те, кто гадали, верили, что после этого они могут некоторым образом, скажем так, очиститься вот в крещенской проруби. Но мы знаем, что прощение грехов, оно подается только при участии в таинстве исповеди. И, естественно, невозможно накануне праздника гадать, а тут же потом получить, так сказать, за это самое прощение. Это уже такой чисто магический подход. Вот заглядывать в будущее – это грех, потому что, значит, свидетельствует о том, что мы не доверяем Богу, что мы хотим, чтобы нам было открыто то, что нам не открыто по воле Божией. Вот, то есть, на самом деле, это, ну, чисто такой вот языческий, скажем так, обычай и... Бесспорно, это грех, но в наше время, мне кажется, это не очень распространено, хотя, на самом деле, думаю, что у некоторых такие мысли возникают. В России на крещение обычно бывают очень сильные морозы, и не каждый верующий может позволить себе окунуться в прорубь по состоянию здоровья, или, например, если это вот маленькие дети. А возможно ли, например, окунание в какую-нибудь теплую купель? Потому что человек тоже хочет окунуться, отметить вот праздник. И что говорит по этому поводу церковь? Ну, строго говоря, вопрос не к церкви, да, поскольку, еще раз повторю, это такая народная, благочестивая, можно сказать, фольклорная такая традиция, то, соответственно, можно все что угодно, так сказать, да, там, и душ принять и так далее, но просто это никакого не имеет отношения ни к прощению, так сказать, грехов, ни к стяжанию благодати, так сказать, Божией. Я думаю, тут надо прислушаться скорее к советам врачей и не подвергать свою жизнь риску, думая, что, значит, вот без этого омовения, там, скажем так, они не получат прощения грехов или на них не снизойдет благодать. Благодать снисходит во время таинства исповеди, причастия. Ну, и во время великого освящения в храме опять-таки. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, как правильно окунаться в прорубь? Существует ли какой-то специальный обряд? Нужно читать молитвы, креститься? Что нужно делать? Знаете, что
Конечно, в уставе церковном об этом нет ничего. Это именно народная традиция. Конечно, если мы все-таки вспоминаем о празднике крещения, вот, были в церкви накануне, естественно, и, значит, перекреститься, спеть тропарь праздника, например, да, и там погрузиться один раз или три раза. Хотя, конечно, ни в коем случае не надо думать, что вот при таком вот погружении каким-то образом повторяется таинство крещения. Таинство крещения совершается священником в церкви, может быть, и на водоеме, но один-единственный раз в жизни человека. Вот. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И далее уже даже в церкви мы не можем повторить таинство крещения. Поэтому вот, да, перекреститься, спеть тропарь праздника и вот погрузиться или один раз, или три раза. Но это уже, как вам сказать, ну, такой вот, может быть, чисто такой вот совет, как бы необязательный, да? Наша съемочная группа вышла на улицу Одинцова, чтобы узнать, как относятся жители к традиции крещенских купаний. Всегда поддерживаем традицию со времен еще студенчества, правда. Вот сегодня, конечно, в планах сходить. Нет, сегодня я не буду купаться, потому что у меня маленький ребенок. А раньше я не купалась, но вообще я люблю холодную воду. Так что это очень хорошо. И сказали, что сегодня можно даже в ванной покупаться тоже. Это тоже будет так же полезно, как в проруби. Крещенская вода будет течь. Купаемся где-то лет 5 уже. Я вот 5-й сезон. Отношусь хорошо, положительно. Благостное такое дело. Главное помолиться, я считаю, перед. Потому что дело такое необычное. Не просто в воду, так сказать, залезть. Но вот, главное произнести молитвы. И пойти отдать себя Господу Богу. И ощущения потрясающие. Потрясающие, как заново на свет. Купаться не будем. У нас папа купается. Ощущения, конечно, очень здорово, вот, и мне очень нравится, мы ездим с друзьями. Постоянно купаюсь, отлично себя чувствую, как бы, да, бодрствую, нормально. Все купаются, дети маленькие, грудных детей окунают. Отлично, пусть люди не боятся. А можно ли перед окунанием в прорубь выпить немного алкоголя? Потому что иногда к проруби выстраиваются большие очереди, люди мерзнут. А так для храбрости и для того, чтобы согреться. Ну, вот понимаете, если сказать, что, допустим, мы можем советовать там, перекреститься и, допустим, скажем, помолиться, прочитать тропарь праздника перед таким вот омовением. Но что касается употребления алкоголя, то это, конечно, уже просто идет вразрез, так сказать, с каким бы то ни было, даже отдаленным каким-то таким христианским отношением вот к этому обряду или, не знаю, так сказать, традиции народной. И, ну, можно сказать, что, конечно, люди могут делать все, что угодно, но просто это уже идет, скажем так, вразрез, так сказать, с смыслом праздника. Тем более, если мы, скажем, допустим, окунаемся с 18 на 19, то есть это ночь, когда мы должны поститься, молиться, готовиться к причастию, а мы вместо этого выпиваем, прыгаем, значит, в реку, а некоторые еще после этого парятся в бане. Это скорее больше похоже на какой-то там карнавал, я не знаю, какие-то то такие чисто языческие такие развлечения. Которые никак не связаны с, которые, вот, конечно, верой. Может быть, идут в разрез с даже тем, разрез. Как вообще человек православный должен встречать праздник крещения, а именно быть в храме, поститься, готовиться к исповеди и святому причащению. А если у человека вот не получается прийти на службу, исповедоваться, прийти в церковь, что ему делать? Ну, вы знаете, что если, например, скажем, допустим, будние дни, вот как в этом году, и, допустим, человек там работает, так сказать, да, там, до вечера и потом с утра, ну, можно поискать, сейчас в интернете есть информация о богослужениях и в монастырях, и в храмах, и так далее, и отправиться куда-то на ночную службу. И там уже, собственно говоря, и помолиться, и поисповедаться, и причаститься. Если такой возможности нет, ну, наверное, может быть в этом смысл современных телетрансляций богослужений. Можно вечером посидеть по, так сказать, ну, что называется, с покаянием о том, что и сокрушением не имеем возможности быть в храме, все-таки таким образом принять участие в богослужении. Если кто-то имеет возможность, опять-таки, совершить омовение там где-то, да, значит, на водоеме, ну, конечно, это лучше, чем вообще никак не ознаменовать, так сказать, этот вот праздник. Отец Алексей, ну, а вы-то сами во время крещенских купаний
Ныряете в прорубь? Я вот 25 лет служу священником, 25 лет являюсь настоятелем храма святителя Николая Всеоксидина, который, собственно, расположен на берегу Москва-реки. Но хоть каких-то таких серьезных проблем со здоровьем, слава богу, у меня нет, но в то же время вот ни разу в жизни, вот конкретно в этот вот день, не совершал погружение. А почему? Не хотите попробовать? В целом, все-таки состояние здоровья таково, что мне нужно служить, голос, так сказать, и так далее. Я не могу рисковать. Вот. Есть еще одна такая традиция. После окунания в прорубь верующие выходят и бьют в колокол. Например, так делают в селе Дунино Одинцовского района. Вот с чем это связано? Для чего так делать? Ну, знаете, что это местный такой, так сказать, вот, ну, такая, не, даже, я не знаю, не традиция, но просто возможность такая есть, что у нас в Дунино действительно есть часовня и как бы купальня вот над источником, который впадает в Москва-реку. И там, собственно говоря, установлен небольшой колокол. Поэтому, ну, просто верующие имеют такую возможность ударить в этот колокол, чтобы сделать что-то такое вот, скажем так, церковное. Ну, и вот, так сказать, ее используют. У греков, так сказать, там, может быть, другой климат, другие обстоятельства. Они, например, на крещение привязывают, значит, крест к такому канату, и епископ или священник бросает крест в море. Идут такой, совершают крестный ход на берег моря, бросают крест, и молодежь, значит, ныряет, и считается, значит, вот, ну, каким-то особым благословением, если кто-то этот крест сможет, значит, под водой поймать и его, значит, торжественно доставить обратно на берег и вручить священнослужителю. Отец Алексей, в каких еще православных странах принят такой же обряд купаний на крещение? Ну, вот, видите, греки совершают омовение, ну, в смысле, вот могут нырнуть, да, в море. Причем, естественно, из моря воду мы пить не берем, да. Допустим, на Святой Земле, в Израиле там христиане и паломники приходят на берег реки Иордан, собственно, где совершалось крещение Спасителя, и, значит, где вот все люди имеют возможность погружаться. Но там, правда, в течение всего года, так сказать. Если паломник дошел до Иордана, то там продаются особые такие рубашки, значит, люди заходят в воду, и потом всю жизнь хранят эту рубашку. Ну, на крещение, в праздник крещения особенно. Вы знаете, на католическом Западе в день крещения Господня не совершается освящение воды. Там у них совершается молебен и освящение воды на праздник Пасхи. Власть Одинцовского района поддерживают крещенские купания, организовывают специальные места, приглашают священнослужителей, чтобы они освящали купели, устанавливаются специальные палатки, где верующие могут переодеться, погреться, приглашаются также спасатели. Вот скажите, с вашей точки зрения, достаточно ли таких мер? Или все-таки есть еще какие-то пожелания? Ну, видите, вопросы безопасности однозначно не в нашей компетенции. Строго говоря, освящаем воду мы все-таки в храмах после литургии. Вот, как бы можно сказать, один раз в году, но это делается два раза, то есть в сочельник и в самый день праздника. Можно взять с собой, знаете, церковной воды из храма, ее испить. Может быть, даже ее можно символически, скажем, крестообразно, так сказать, налить вот в эту самую прорубь. Вот, но что уж касается правил безопасности, я думаю, тут уже нужно подключать здравый смысл, ну и действительно обращаться к сотрудникам МЧС и другим, так сказать, компетентным органам. Наша передача подходит к концу. Спасибо вам огромное, отец Алексей, что вы пришли к нам в студию. Рассказали много всего интересного. Я прощаюсь с вами до следующей передачи. До свидания. Спасибо, Анна. И вас, и наших телезрителей поздравляю с праздником Крещения Господня. Спасибо. Напоминаю, что нашим гостем сегодня был отец Алексей, настоятель храма святителя Николая в селе Аксинино. Если у вас есть вопросы на православную тематику, вы можете их задать, позвонив к нам в редакцию по телефону 508-86-84 или прислав на электронную почту info@1tv.ru. Наши гости, представители Одинцовского благочиния, обязательно ответят на них в следующих передачах. Ну а я, Анна Макарова, с вами прощаюсь. Это была программа «Азы православия». До новых встреч на канале ОТВ.